Ликвидация болевых точек и комплексное вырешение проблем. Работа с запытами громадян – один из наиважнейших складальников деятельности улады на любом узроуне. Так, по сродках связи с насельництвом, прямых линий и приема у громадян во всех районах Гродинской области выявляются проблемы, которые поступово вырешаются. Катерина Бенедесюк про то, как такая работа ведется у Волковыском районе. У чарзе на поляпшэнне жыллёвых умоў у Ваўкавыскім районе стаіць больш за 460 сем'яў, у якіх выхоўваецца трое і больш дзяцей. Будаўніцтва кватэр для многадзетных пар – першарадная задача для ўлады. Так, у бліжэйшы час у районным цэнтры здадуць чарговы дом, дзе з 56 такім сем'ям перададуць 52 кватэры. 10 пар, якія выхоўваюць 4 і больш дзяцей, атрымаюць па 2 кватэры. Второй дом, который строится, Гродножилстрой-заказчик, они строят дом на продажу. А ну вот его второй квартал 2021 года. И сейчас производится закладка фундамента по 240 указу для многодетных, который будет строиться первый дом. И второй дом, который сейчас занимаемся отводом земли, изготовлением проектно-сметной документации, это городской поселок Рось, 77-квартирный жилой дом. У доме по улице Жолудева, побач с Новобудом, 3 года тому кватеру отримала семья Дянисик. Многодетные батьки кажут, инфраструктура района выдатная, все у кроковом доступе. Территория вокруг дома выгодная, езди погулять и провести час. У нас 5 детей, семья большая. Старшая дочка у нас в 6 класс ходит, средняя – 4 класс. Все рядом, школа около дома, хорошо, повезло. Двойняток в садике ходят. Старшая группа, на следующий год в школу планируем, пойдем. Ну, скажи, самая маленькая, да? Скажи, пока еще дома. Отметно, что за уликом перспективы иншего микрорайона, Альшимова, на данном этапе корректуется генплан забудовы. Замест 5-поверховиков там будут узводить домы у 7 поверхов. Есть планы и на новый микрорайон Паудневы, где 67% домов уже сдадены. Там получили участки, нуждающие в улучшении жилищных условиях. В ту же самую очередь и многодетные семьи, воспитывающие детей. Значит, ну там есть небольшой у нас вопросик, это по инфраструктуре. На сегодняшний день коммуникации все проведены, основной вопрос – это дороги. Мы направили уже на рассмотрение в облсполком документы для выделения нового земельного участка под индивидуальную застройку. Это микрорайон Южный 2, который соединит существующий микрорайон Южный с районом Белакта. Добраупорядкование 2 улиц в районе индивидуальной забудовы проведено по запытах жыхароў вёскі Ятвесь. Проектно-каштарысная документация была распрацавана некалькі год тому, але реконструкция запавольвалася за финансование. Сродки пришли из областного бюджета, и работы теперь завершены. Пакуль на трибунах стадыёна побач з Ваўкавыскай спартыўнай школай пуста, а вось на футбольным полі ідуць узмоцненыя трэніроўкі. Тут юныя спартсмены ў найлепшых умовах адточваюць сваё майстэрства. Сярод маленькіх зорачак, хто сваю будучыню бачыць у вялікім футболе, Арсеній Макарэвіч. Я начал заниматься футболом уже, наверное, в 6-7 лет, когда пошел в 1 класс. Меня заинтересовал футбол, потому что я в детстве просто с мячом ходил везде, я был с мячом, у меня всегда был в руках. Мяч, я футбол любил играть. И вот. Мой папа, тем более, был футболистом. Реконструкция спортивной базы продолжится у наступном годе. У планах усталявания додатковых трибун для глядачов так само будет побудованы кидальный сектор. Согласно проектно-сметной документации, общая стоимость с проекта составляет 3 миллиона 108 тысяч рублей. На сегодняшний год у нас уже затрачено 1 миллион рублей. Благодаря Федерации футбола на безвозмездной основе нам было передано синтетическое покрытие футбольного поля и также уложено силами Федерации футбола Республики Беларусь. Специалисты отмечают, что запыты, которые поступают от громадян до мясцовой улады, поступово вырашаются. У приоритете социально значные злободенные проблемы, с которыми працуют в первую очередь. Как подкресливают в районе, работы со зворотами насельництва – один из наиважнейших складальников деятельности выконавчих комитетов. Такие парады усталяваны на усих узровнях.